Давай, пошути. Здесь можно смеяться каждому. Ведь гости пришли на открытие второго международного стендап-фестиваля, который проводится в городе Казани. Участники – это почти 100 человек со всей России, стран ближнего зарубежья, а также известные ребята с телевизионных каналов. Вот фишка открытого микрофона, в целом стендапа от любого другого юмора, в том, что то, что говорит человек со сцены, знает только он. Мы даем возможность высказать ему, рассказать все, что угодно. Поэтому никакой редактуры, все, что будут говорить ребята, для нас сюрприз. У каждого из участников есть всего 3 минуты, чтобы показать себя на сцене и заставить публику смеяться. Я узбек, и меня бесит стереотипы. Вот ужасно бесит. Недавно подошел знакомый и говорит: вы узбеки, вы делаете только шаурму, ремонт, грамматические ошибки. И я даже не обиделся. Я говорю: ладно, хорошо, это твое мнение. И нас забери свои ботинки, чини их сам, и закрыл форточку, понимаете? Студент Казанского федерального сначала играл в лиге университета, а сейчас решил попробовать себя в стендапе. Ты смешной только на сцене или вообще по жизни? Ну, по жизни, я поэтому пошел на сцену. У меня была ужасная боязнь сцены. То есть мне все говорили: иди на стендап, КВНщик, иди, вот ты прикольный. Ну, просто, ну, сложно, если ты в жизни не смешной, сложно быть на сцене смешным. Сегодня стендап настолько популярен, что значение этого иностранного слова известно в России почти каждому. В репертуар стендап-комиков, как правило, входят авторские монологи, короткие шутки, истории, импровизация залом. Зрители приходят сюда не за удивлением, а за шутками и хорошим настроением. А интересен юмором в первую очередь. То есть удивлять ничем никто не будет. Будет просто смешно, но смешно будет тем, кто сам хочет радоваться жизни, веселиться. Зрители станут главными судьями всего происходящего, ведь именно их реакция определит самого смешного стендап-комика. Самая главная мотивация для любого стендап-комика – это на самом деле смех в зале, потому что это всегда непредсказуемо. Один и тот же материал в одном зале заходит на отлично, в другом зале может быть полная тишина. Поэтому приехать в другой город, тем более в третью столицу нашей страны, выступить, порвать зал своим юмором – это главная мотивация. Канал «Универ ТВ» будет освещать все выступления с международного стендап-фестиваля. На самом деле, в плане организации нам невероятно помогает студенческий канал «Универ ТВ». Нам приятно, что уровень нашего фестиваля благодаря их участию гораздо вырос. На протяжении 3 дней будут проходить отборочные этапы, по итогам которых самые лучшие стендап-комики войдут в состав гала-концерта, где они поборются за главный приз в 50 тысяч рублей. Все было очень смешно. Анна Глазунова, Роман Самарин, «Универ News».